В ряд муниципалитетов Чувашии уже завезены современные контейнеры. Сегодня специалисты Минстроя Республики побывали в Цивильском районе, чтобы проверить качество работы. В деревне Михайловка к прибытию контейнеров подготовились заранее. Площадка на улице Чапаева оборудована в соответствии с пожеланиями жителей и рекомендациями Минстроя. Напомним, глава Чувашии поставил перед муниципалитетами задачу в кратчайшие сроки завершить обустройство мест накопления ТКО. Сегодня таких площадок более 13 тысяч. Дополнительно требуется обустроить еще 5 тысяч. В этом году из республиканского бюджета органам местного самоуправления направят почти 87 миллионов рублей. 6900 контейнеров одномоментно привезти, конечно, невозможно. И, естественно, это будет жилой процесс, ежедневный процесс. По мере создания площадок будут приезжать автомобили, которые будут привозить по 100, по 115 контейнеров и будут постепенно заполнять населенные пункты этими контейнерами и, соответственно, создавать условия. В Рындино контейнеры привезли новые, но площадка оказалась не совсем под стать. Обещают, что ее приведут в соответствии с нормами в ближайшее время. В районном же центре большая часть площадок, 59, уже действуют. Не хватает еще 10. Средства на их оборудование получены. Будет установлен новые контейнерные площадки в частном секторе. Оттуда поступает в адрес городского поселения сообщение о необходимости установки новых площадок. Ввиду того, что крупногабаритные контейнеры 8-кубовые, и это уже устаревших. Установка контейнеров – это первая часть большого плана перестройки системы обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году в Чувашии построят 3 мусороперегрузочных станции с элементами сортировки, а к 2030 рекультивируют все 13 свалок.